Актриса Лариса Маршалова, известная своими ролями в российских и белорусских сериалах, ушла из жизни на 45-м году своей жизни, на счету которой было более 100 киноработ, в том числе роль в сериале «Каменская». О трагедии сообщили коллеги Ларисы. Что стало причиной смерти Маршаловой, неизвестно. Сейчас те, кто работал 44-летней актрисой, приносят соболезнования ее близким. 12 июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино. Ведущий мастер сцены национальной киностудии «Беларусьфильм» сказал: «Она ушла из жизни внезапно, хотя ничего не предвещало такого скорого и трагичного конца, и горечь ее утраты обрушилась на всех, кто ее знал, на близких и родных, на ее коллег и друзей, зрителей ее театральных работ и киноработ. Она была добра и великодушна. В ней не было зависти, она была смешлива, чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути, характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации. Поэтому работать с ней было интересно. Она была талантлива, это дар, которого мы не увидим и не почувствуем, потому что актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. И мы прощаемся с ней, скорбим и прощаемся», рассказали на сайте Минского театра-студии киноактерам. Ее богатый репертуар, включая свыше 100 ролей в кино и сериалах, как российского, так и белорусского происхождения. Среди них находятся такие работы, как «Мужчины не плачут», «Каменская», «Воскресенье в женской бане», «Ищу тебя» и другие. Этот список является свидетельством ее таланта и вклада в искусство кино. Сообщение о потере Ларисы Маршаловой вызывает грусть и огорчение, и мы будем помнить ее как выдающуюся актрису. Лариса Маршалова была настоящим талантом. Мы прощаемся с ней и вносим скорбь в наши сердца, признавая потерю этого неповторимого таланта. Ее дар и профессионализм останутся в наших воспоминаниях.